Тольяттинский государственный университет активно делится опытом. 29 марта Центр машиностроения ТГУ посетили представители одного из ведущих научно-образовательных центров страны – НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего». В составе делегации в ТГУ приехал Алексей Ингеройнин, один из победителей конкурса «Наука. Территория героев», ученик 11 класса из Костромы. За победу в конкурсе он получил возможность посетить ведущие научные объекты Самарской области, входящие в НОЦ «Инженерия будущего». Чем помогаем молодежи, студентам? Тем, что продвигаем их научно-технологические разработки. То есть у нас есть такой молодежный НОЦ и взрослый НОЦ, и мы из молодежного НОЦа переводим людей во взрослый НОЦ, чтобы ребята уже занимались серьезными разработками. Например, недавно у нас как раз прошло мероприятие с открытым кодом, где ребята из молодежного НОЦ представили свои разработки и уже сейчас проходят стажировку с последующим трудоустройством. Гостям провели экскурсию по центру машиностроения и показали проекты, над которыми прямо сейчас работает инженерно-гоночная команда университета Тольятти Racing Team. Их познакомили с болидами, на которых команда становилась шестикратными победителями соревнований «Формула студент России», лодку на солнечных батареях, электрокарт и каркасно-модульные автомобили повышенной проходимости «Сержант». Мне очень понравился «Сержант». Это наша отечественная разработка, как нам сказали. То, что машина может сама ездить от дизельных двигателей, от бензиновых, и они ставят электрические установки. Цель НОЦ «Инженерия будущего» – вовлечь молодых людей в науку и показать им, насколько многочисленны и разнообразны научно-технические проекты университетов страны. А Тольяттинский государственный университет всегда готов поделиться своими достижениями в этой области.